Всем привет, с вами Кенни, и когда я снимал Инфектонатор 1, я сказал, то что когда наберется один лайк, я буду снимать Инфектонатор 2. Но, заспойлерю вам сейчас, я выкладываю Инфектонатор 1, он, по-моему, уже отпубликовывается, по-моему, да. В общем, сейчас он будет загружен. И сейчас я в этот же день, именно сейчас, снимаю вторую часть. Собственно, думаю, первую часть Инфектонатора второго я выложу, вторую тоже, наверное. Третью, четвертую, потом уже. В общем, сколько наснимаю, две серии в день, думаю, буду выкладывать. Итак, вот он. Только сейчас звук надо убавить. Звук. А то я чувствую, то, что я буду говорить очень громко, стараясь перебить эти звуки. Так, графика тут реально как бы получше, глазам приятнее. Вот тут боссы, они подсвечиваются, монетки тут приятно выглядят. В общем, все красиво, да? Вот. Увидели мой аккаунт. Так, new game, конечно. Your name. Ладно, шучу. Кто заметил ошибку, как я написал, ставьте плюсик в комментариях. Поверим, сколько моих подписчиков заметили. Хотя вы не все смотрите видео мои. Так, ментов заразили, но все, докторишки. Тут, кстати, хпшки уже есть. Тут вот уже посложнее. Да. Да. Тут уже посложнее. Так. Тройка. А, нет, один зомби, по-моему. ФБИ. Хопа. Да, три зомби. Ладно, граната. У меня есть граната. Бум. Монетки. Все. Собрали деньги. World Domination. И вот. Все, вот это надо заразить. И только тогда будет пройдена игра. Господи. Так, Лэпс. Сейчас я вам сам все объясню. В общем, те же прокачки. С теми же вот этими вот помощниками, скажем так. Только здесь уже новая прокачка. Сторона, как бы, в которую будет шанс развития. Чё я сказал? Короче. Скажу вам так, вот, типа у нас вирус, да, в руке, это порошок, скажем. И вот мы его бросаем на людей, и хопа, они такие зомби, типа, да. Вот, типа, мы твои рабы. И у нас есть шанс, то, что порошок этот еще куда-то полетит и заразит еще больше, чем туда, куда мы его кинули. Так, саппортс. Это мины и, собственно, гранаты. Их надо и открыть, и купить. Да, вот так вот. Ну и, собственно, боссы. Боссы. Вот, по-моему, какой-то из них самый бесполезный. Вот этот, по-моему. Так, ну ладно. Чё, прокачать может? Да, я, наверное, прокачаю скорость. Спаун и атаку. Всё. Это вообще три основных. И лучше, чтобы деньги зарабатывать, надо идти... Сейчас. Вот в такой вот Сантос. То есть мир Санты, скажем так. Там сложно, конечно, но там зато... А в чем сложность? Я уже забыл. А! Тут эти эльфы, они бегают немного быстрее, чем обычные люди. И поэтому тут сложно. Да и тем более... Просто монеты копить тут сложно. Так, 94 монеты только заработал. Мало. Но мы сюда будем ходить.
И в итоге наработаем монеток. Так. Все, задание выполнено. Выполнено, выполнено. Перевыполнено. Так. Шанс прокачаем. И вот это вот. Вот это вот. Я, кстати, осознал одну вещь. То, что... Вот это ДМГ Фенетрейшн или Пенетрейшн, что там было написано, я уже не помню. В общем, это защита от урона. Кстати, вот то, что я говорил, сложно. Ну, Твиттер у меня есть. Но я думаю... Почему бы и нет, я приостановлю запись, думаю, и уже когда все сделаю, вернусь. Так, ребят, все, я все там отправил, потвитил. Теперь у нас 2000 монет. Мы можем прокачаться. Плохо, правда, прокачаться, потому что особо-то... Особо-то, блин... Ничего не прокачаешь, деньги тратятся быстро. Да. Так, ну я прокачал защиту от пуль. И что еще? Скорость, да. 80 человек. Вот толпа. Блин, неудачно. Меньшая часть заразилась. Так, вот, ну вроде бы вот как-то вот, ну не знаю. А, нет, показалось. А вас, уходи. А вас что-то там барагозит у меня. Что-то ему не нравится. Так, кстати. Кстати, я думаю, пора. Пора купить уже минку. И что? 500 монеток, думаю, копить. Сейчас еще два раза сходим. Я пока что коплю здесь мало монеток. Ну, это и понятно. У меня зомби подыхают, потому что быстро. И чё, и всем пофиг было на гранату. Ой, господи, господи. Всё, последний раз. Тут сложность в чём? Тут, блин, тут можно хорошо фармить, но надо сильный зомби. А так, вон 126 только. По сотке копить. Так. Так, ну всё. Всё. Сейчас, конечно, если, как вы увидите... Короче, сейчас вы увидите, как здесь монеток много будет. И скажете, Кенни, ну ведь в обычных миссиях... Миссиях, блин, в обычном заражении же копить легче. Ну как бы да, но если зомби прокачанные, тогда наоборот. Блин, не удалось всех зомби... Ой, зомби... Не удалось всех людей заразить. Ладно. Так, маленькая вот это. Маленький городок. Ясный день, да? Музычка такая тут. И вот. Трое стали зомбарями, а потом еще трое из ниоткуда. Все, и заражение пошло. Кстати, вот эти зомбики, которых я купил... Их, они бесконечные. О, я кого-то открыл, нового зомби. Которого надо купить, правда. Золотой отец, батя. У меня была ачивка там. За которую я получил... А, нет, ничего я не получил. Так, откроем мину. На 400 стоит. О, купим гранаток. Так, кого-то я открыл. Вот. Ил Ким Джонг я открыла. Я открыла. Господи, мои оговорки. Самого меня уже достали. Так. Так, давайте.